в эпоху скоморохов косолапых и летописцев, когда не было блогов, стендапа и пиццы, жил князь Ярослав в Переславле-Залесском. У него на повестке был постриг детей, срок подошел. Сашке 4 уже, а Федору 5. Отец, сердце скрипя, чтобы из хлюпиков выросли всадники, отвел их в собор, а не в садик, где воины их посвятили. Детство кончилось, тили-тили. Княжичи юных учились с тех пор, как меч удержать и перо у лучины. Править не может слабак дурачина. Годы спустя воинов наших, уведомив вече, в Новгород княжить отправили. Вечером тем же князь уехал на сечу, биться с врагом, будто в кино, но оставил опекунов. Зимою пропало зерно на базаре, в городе голод, ох, недовольны бояре. Престол новгородский ослаб, где же отец, где Ярослав? Пришлось воротиться, и смута кончилась за минуту под взглядом отчим. Другая пришла беда. Федор вдруг захворал и почил, лишь передав Александру права на престол. Но не о власти тот думал, а об утрате, о брате. И то, наблюдая, мудрый отец взял его в первый поход. Близко война. Ох, времена непростые. То крестоносцы погибель несли на костре, то небо чернело от стрел войска Батыя.